Всем привет! С вами Царь, и я так давно не говорила эту фразу, что даже не могу вспомнить, когда это было последний раз. Но если вы знаете, кто я, вы не ошиблись. Вы попали на канал Царь. Да, я пропала где-то на 8 месяцев. Грубо говоря, я постараюсь в этом влоге объяснить, почему я пропала, куда я пропала и что происходило, в принципе, за все это время. Все, что я делала, это на какое-то время перестала заниматься конным спортом, но приходила на тренировки нашей группы и снимала их. Потом решила все-таки сесть в седло, и все. И меня это опять, так скажем, затянуло. Отвечу на вопрос сразу, почему я какое-то время не занималась, то есть приходила на тренировки и снимала просто. На тот момент мне не хотелось именно ездить верхом, мне хотелось просто побыть со своей группой, с лошадьми, как-то помогать, снимать видео, и я горела именно этим, то есть мне не хотелось именно садиться верхом. Но в какой-то момент я все-таки передумала, села в седло, и вот таки все понеслось заново. За весь этот промежуток, когда я не снимала видео, произошло, так скажем, достаточно много вещей. Мы провели очень классное лето с моей компанией, второе лето подряд, очень прекрасное, очень классное, на самом деле, очень запоминающееся. Отметили дни рождения у всех, кто родился летом, так скажем. Приготовили несколько квестов на дни рождения наших друзей. Очень классные квесты, возможно, я повставляю сюда какие-то вставки, которые у нас остались, которые у нас есть. Посвети, пожалуйста, на него. Прыгнули примерно 1.10 м, вроде бы. Да, 1.05 м или 1.10 м, мой первый 1.10 м в моей жизни, и как у всех, но, к сожалению, видосов нету вообще никаких. Подготовились к показательным выступлениям, отъехали показательные выступления. Если вам вдруг интересно, что же происходило там тогда, что, почему у нас что-то не получалось, в принципе, весь путь от создания показательных выступлений, от начала идеи до ее реализации, вы можете написать внизу в комментариях, и я сниму подробное видео о том, как готовились мы и какие советы я могу дать для того, чтобы подготовиться к показательным выступлениям, если вдруг у вас такие проходят в конюшне, где взять идею, где взять, что сделать и как делать. Также за это время, пока меня не было, но это не так давно произошло, это произошло в середине лета где-то, наши школьные кони разделились теперь на 2 конных отделения, так скажем, так как у нас есть, грубо говоря, 4 тренера в конюшне. Коней разделили, ну, можно сказать, ровно пополам на 2 тренеров. То есть половина 2 тренерам и половина другая 2 тренерам. Все это сделано для того, чтобы нагрузка у коней была намного меньше. Раз повторюсь, сегодня 15 сентября 2022 года. Сегодня четверг, тренировки у меня проходят по воскресеньям обычно. Наверное, вы зададите вопросом, почему влог? Почему? Откуда? Это уже четверг, вроде бы ничего такого не должно быть. Я сидела, буквально где-то 1.5 часа назад сидела и поняла, что мне очень сильно и очень давно хотелось убраться у себя на полке в раздевалке, потому что там просто пипец, у нас полка делится, ну, на 3 людей, так скажем, хожу из них я одна, и там немножко все уже засралось. Я уже по факту готова, осталось написать, списаться с Катей, во сколько мы выходим, где встречаемся. И все, и мы мчим в КСК для того, чтобы убраться. Все, больше ни для чего мы туда не мчим. Я на тренировке во вторник, мы брали с Катей, опять же, с селедкой, выездковую тренировку, индивидуалку. Я забрала 3 вольтрапа для того, чтобы их постирать. До этого я забирала нагавки. Вот, соответственно, все вот эти 3 вольтрапа мне надо сегодня каким-то образом дотащить до конюшни. Да, я сплю под спальником, потому что очень холодно. Дотащить их до конюшни, убраться на полки, и все будет супер классно, я считаю. Кстати, у меня новая татуировка. Кто смотрит аниме, можете писать в комментариях, что это за аниме.
Капец, количество вещей. Количество вещей пишут. Я нет. Нет, грустно и обидно, и больно. Всем привет, с вами Царь, я надеюсь, сейчас с экспозицией все нормально, я не такая засвеченная, как это было в предыдущем кусочке. Сегодня у нас 20 сентября, мы с Кучей собираемся на тренировочку, времени 12:45, Куча выезжает из дома, заезжает за мной, к часу мы приезжаем в конюшню, вот, к 2 часам мы уже должны выйти на манеж. Я создала телеграм-канал, так что добро пожаловать, подписывайтесь. С вами видеоблог конного тематики. Значит, мы приехали на конюшню. У нас нет света на конюшне. И, собственно, посмотрите внимательно все вот сюда. Чуть не упала, тут стоит всякое. Посмотрите внимательно сюда. Вот эта девушка, женщина и просто посудомойка убралась вот здесь. Я снимала. Не инсайд. Окей. Давайте найдем инсайд. Кстати, я на стадии собирания с мыслями для изучения English language. Hello, my name is Katya. I don't know, что говорить дальше. Но, inside. Перекинем вещи. Внимание, вот все, не все, части каких-то моих вещей. Шлемак, который пора, наверное, отправить, Господи Иисусе, на помойку. Потому что однажды я сильно упала с Маракеша, когда мы прыгали проезд. Проезд был в 5 темпов, но 5-й темп случился как-то странно, и поэтому на 6-й мы не прыгнули, естественно. Да, и тут произошел раскол вот этого дела. Но это можно приляпать назад. Но шлем как бы уже не выполняет свою функцию, так как он развалился на 1000 осколков, как говорила Анастейша в 50 оттенков серого. Пожалуй, это нужно отправить. О, мои шмотки, которые нужно забрать. И мы их отправим как раз на помойку. The next inside. Смотрим, что тут есть. Есть старый рюкзак, господи, с которого сыпется пыль. Потом вальтрап. Нагавки. Я придумала, как это все сделать. Потому что я коротышка и не могу здесь долго стоять. Все. Лучшая, просто лучшая. Время, я так думаю, что у нас еще есть. Заделаем бинты. Ну все, до свидания, это уже неинтересно. Я иду груженная в ту конюшню к диктату. Груженная прям по максимуму. Тащу седло. Оно тяжелое. Ужас. Но мы сейчас посмотрим, кушает ли диктат. Если он доел, то я начну его потихонечку собирать. Шумит вот эта штука, если что. Я не знаю зачем, но ко мне идет куча. Вон там вот. Я не понимаю зачем. Время 25 минут. Сейчас чуть-чуть постою, куч дождусь, поговорю с ней и пойду чиститься. Там стоит ни одного препятствия. О май гад, пу-пу-пу. Там, короче, какая стоишь? Там они все свалены в одну кучу. Ну, Валерина, ты, наверное, что-нибудь поставить себе? Ну, наверное. Время 13:40, где-то через 5 минут я пойду седлаться. Вот я думаю, ставить вот камеру или не ставить, потому что если вдруг дождик, то не очень хорошая ситуация, конечно, будет, но я надеюсь, что дождя не будет. Мы вышли, все, мы идем в манеж. Надеюсь, я найду, куда поставить камеру, чтобы она снимала, и надеюсь, не начнется дождь. Вот.
Мы натренировались, идем домой. Я сняла с него уже седло. Так что мы спокойненько топаем домой. Сейчас его надо поставить домой, все с него снять, раскрючковать. И все. Почесать. Если вдруг у вас возникнут вопросы, почему я оставила седло там на манеже, чтобы просто его не тащить. Потому что тяжеленько немножечко. Я когда тащила все туда, в конюшню, немножко тяжеловато было все это с собой нести. Седло, подпругу, меховушку, вольтрап, уздечку, щетки, короче, слишком много всего, мне кажется. Блин, а эта штука все еще работает. Страшная штука. На конюшне реально нету света. Там все с фонариками. Вот, куда я делась с электричеством. С вами был Царь. Всем удачи, всем пока-пока.